Взялись за лопаты, чтобы центр Владимира расцвел. В районе стадиона «Торпедо» в этом году решили высадить мелколистную липу. Дерево неприхотливое в уходе, хорошо приживается, а еще именно лип когда-то было много в центре города. Со временем их стало значительно меньше. Пришло время восстановить здесь зеленые легкие. Происходит событие, которое ждали мы давно. На центральных улицах начинается возрождение зеленых насаждений. Город опять будет липовый и опять будет встречать гостей города липовый аромат. Всего посадили 50 саженцев. Место для них готовили заранее. Просто выкопать ямы под деревья здесь было недостаточно. В землю предварительно внесли специальные удобрения. Вносится плодородный грунт, так как почвы здесь бедные. И предусмотрено внесение органоминеральных удобрений, которые содержат не только основные макроэлементы азот, фосфор, калий, но также микроэлементы, почвенные бактерии и гуминовые кислоты. С центра города власти областной столицы в этом году решили начать озеленение улиц. Всего в планах этой весной во Владимире посадить более 280 деревьев и кустарников. Эту работу проводят в рамках месячника по благоустройству.